Но большие мы, а маленькому надо. Дивиденд. Я его приучил, как он сюда бегает. Белый. Вперед. На, смотри. Ухватил как, гляди. Бац. Да ты что меня-то это зазираешь-то, гляди. Ой, глаза какие сердитые стали. Он рычит на вас. Да ты что? Да ты что? Куда, куда? Это он под пол бежать решил. Не тут-то было, я тебя не выпущу. О-хо-хо. Вот это да. Ой, да спортянка. Ух. И большой клюк. Ну ты что делаешь, а? Ошалел совсем. Ты же ко мне на ночь приходишь. Зверь озверел, гляди. Под одеяло потихоньку залезет и лежит мне пятку этой подошву. Гляди. Это он воображает, что они отбирают у него. Да я-то разве отберу, я тебе дал. Наоборот, постой, назад. Это он ищет простор. Все, надо закрывать. Это игра кончилась. Ты гляди, что делает. Я вот сюда. Все. Ой-ой-ой. Это вообще, Катя, мыши, сейчас они там трепещут, сидят. Вот у меня костюм этот. Я не знаю, сколько ему лет-то вообще так примерно. Он мне как раз по плечам, теплый такой, потому что каждая заплата... Со второй строительной еще. Ну, это лет 30, наверное. Да больше. Больше. Рубашка лет 30. А кто-то спрашивает, а у него простыни тоже с заплатами и трусы. Я ей показал трусы, все с заплатами. Так главное, что не платить. И главное, это что теплое. А под каждой заплатой воздух, а воздух плохой проводник тепла. Гляди, гляди, что делает. Да молодец какой, а. Ой, какой хороший. Трубит. Ну не ожидал я. Бела, ты что это? А это мать-то. Он жадный матери не даст даже. Она вокруг бегает. Сейчас отойти, если то она будет там. Я вот утром сижу, смотрю. Сейчас. Вот сегодня мы должны написать ролик, про книги спрашиваются. Сегодня два Новых Завета, трехтомника заказали. И вчера Володя унес 4. А кончается все. Тираж-то какой там, 1000 была. Ну потом еще 2000 сделал. Из них 600 с лишним подарены только были. Библиотеке, архиереям, священникам. Вчера я выставил материал, Златоуст говорит о десятине. Жертвуйте, говорит, но чтобы не меньше десятины. Если праведность не превзойдет, ваша праведность книжников фарисеев. А то десятину не надо. Ну, люди не понимают или жадничают. Все равно все уйдет никуда. Вот, сегодня вот я выставил. Интересно, всю ночь закачивал один ролик, у меня медленный такой. Закачал и началась обрабатывать, и вышвырнул, и нигде нету. Все. Все, заново вторая ночь будет. Мне трудно. Но все равно закачаем. Вот так, теперь вот что у нас тут сегодня? Я выставил вот. Вот. События дня это 16:32. Это в темноте там, где ходили. Так, 20. Уклонится кто от противосектантской здесь. И после занятия разговор тут шел 92. Ну так то есть. А вчера только выставил, привезли Евангелие. Я ходил вечером, снимал. Сколько же тут? 530, кажется, да? Ну, где-то так. 538. А вот наши книги отправлял Володя. 406 посмотрели. Игорь Барабаш, я у тебя за столом не трогал, а когда он вышел сюда, на улице-то, я с ним поговорил немножко. 4251. Это за сколько? За 21 час. Вот. Тут события. 630. Вот. Уборка в храме. Я пошел, ни разу не убирали при мне. 1059. Но для нас это цифра на... Хотя общее число-то тут побольше. 27 429 000. Подписчиков 27 941. Ну, у нас не игрушечные подписчики, настоящие, которые считают. Вот утром подготовка к молитве. Это гликерия стоит. 2072. В погребе под трапезной кошки. В погребе.
отрабатывают за квартиру и питают. 1837. Ну так вот, что спрашивать? Это 650. Сейчас еще раз крутну. 650, это Сергей беседует. Какие Сергея парализованного беседы, насыщенные, духовные. Ну и что, миллионы у него подписчиков? Нет, конечно. Я, вот у меня тут за два дня уже 650, он там 700. Люди-то не понимают, где самый смысл. От моря до моря будут ходить искать. Вот так. Сразу я знаю, как враги говорят, это вас искать будет, Христа будут искать, Слово Божие послушать. Пророк Амос 8.11 об этом четко говорит, определенно говорит. Так, и даже щетки в детстве, не в тягость, это на котенка, намотались. Ну и... А это вот Василий был, Ивашин. Привыкшую к пустыне дикую ослицу. Он обиделся, что так назвал. 1257. Вот так. Все на этом. Сегодня мы сделаем ролик, как в книгах надо спрашивать. Подробно я трехтомник сейчас освободишься, прямо здесь. И как мы пришли к изданию, к этому. Почему оно уникальное. За 2000 лет впервые вышло такое. Люди-то не знают этого. Что полное толкование в одном издании с откровением никогда не было, нигде. Мы первые это сделали. Почему? Не потому, что я думаю, ах, как бы что-то сделать, а нужда показывает. Люди в этом нуждаются. Все однако. Так, мне надо теперь что? События дня. События дня. Ого. Я что делаю? Вот этот вот накидываю. Ящичек. На него устанавливаю книги. Книги. Ну а дальше аппарат установлю. Сейчас я. Слава Иисусу Христу! Сестра проверяет. И я ей говорю. Она, может быть, забыла, что батюшка приезжает. Так, мне что надо? Ага. Вот. События дня. Вот события дня. Какие тут события? А вот события были. 1078. Вчера Евангелие привезли. 500 Евангелий сразу. 500. Да там было штук 300. Это по благословению патриарха Красный, четверо Евангелия. Очень хорошие. Я заснял. И уже 400 человек посмотрели. На ночь. Вот еще решил так. Сегодня еще записываем, я все выставляю сразу же. Ну, а там есть такая у меня постоянная рубрика «Златоуст». Постоянная проповедь одна. Постоянно житие. Ну, если в храме. И занятия почти хватает. Все однако. Види, что он делает там. Ну. Ты что, а? Ну, успокоился. Ну, успокоился. Все, уже маленький-то. Ох, а зверел какой, а? Белый. И главное, ночью научился подкрадываться ко мне вот сюда. Вот. Как он залазит, я не знаю. Под одеяло залезет и там сидит. Я сейчас боюсь даже здесь нажимать, чтобы его не придавить. Ну что, сейчас сделаем. Вот. Для чего жена? Для того, чтобы мужа обиходить. Вот сидит и показывает, что волосы. Вроде бы я. А хорошо буду выглядеть, за мной еще и присматривать будут. Время много не надо на себя тратить. Все, готово дело. Ну как, лучше выглядит? Лучше, молодец. Уже сидела, пора, переживала. Пора подстригаться уже тебе. Вот у нас в нашей семье 5 сыновей, 5 дочерей. Ни у кого не было кудрей, только у меня. У отца были. Мать всегда подойдет, тронет, как у отца. Все колечками идет. А это возьми да скажи. Чуб-то какой красивый. Венчание это. Что она ей нравится. Так ты за это меня полюбил. Я сразу пошел, все состриг. И все равно пошла. Я, говорит, ее за муки полюбила. За Слово Божие. А, ну ладно, все. Все, я заканчиваю? Да. Хватит. Сейчас я это запишу.